В общем, время идет, а Нурик не меняется с годами. Все такая же нелюбовь к падающему снегу, сосулькам. Контролирует. На это можно смотреть вечно. Нурик, как всегда, в своем репертуаре. Ему уже 6 лет, а привычки не меняются. Кстати, кто не знает, да, до года абсолютно собака была равнодушная ко всем падающим сосулькам, снегу и вообще ноль эмоций. Никаких проявлений не было. То есть это у него приобретенное. Значит, на тот момент он находился на территории дома, на придомовой территории. И активно, значит, пошло таяние снега, и у него привычка была вдоль крыши бегать. И вот он бегал однажды, и прямо вот как бы на моих глазах, я была дома, я видела, как на него сошла целая лавина снега, и в тот момент его просто накрыло с крыши. То есть с крыши упал снег, и его накрыло. Я аж испугалась, подорвалась к окошку смотреть, все ли в порядке, он выбрался оттуда. Но именно с этого момента у Нурика начался вот этот сдвиг по фазе, можно так сказать. Именно с этого момента он стал безумно следить всегда за падающим снегом. Любой какой-то шум, грохот, его все это раздражать стало. Выстрелы, салюты, это все у него на уровне, что это враги. Это все вражеское, все надо с ним бороться, драться, готов растерзать, поймать, разорвать. Вот. И вот только с этого момента у него все и началось. То есть до этого он абсолютно был адекватен, абсолютно не обращал ни на что внимания. Вот. Так что вот такая история жизни нашего Нурика. Нурику сейчас уже 6 лет, привычки остались прежними. То есть это у него с года примерно. Вот. Так что таяние снега, падающие сосульки, это все в зоне его обязательного контроля. Ну, я и говорю, на это можно смотреть вечно, поэтому целую 7-ю серию мы посвящаем Нурику и его нелюбви к падающему снегу и сосулькам. Очень бурно на все реагирует и контролирует. Самое главное, это не попадаться Нурике под ногу. И все собаки это знают. Поэтому все где-нибудь, только не рядом с ним. Потому что отрываться он будет на них. Да, Шейзара? Зацеловали! Тихо, все. Все тихо, зацеловали. Да, на зацеловали. Нашли меня, посадили меня. Нурик психует на снег, Рон психует на Виву. Рон, хватит.
Прямо к тебе падает, да? К тебе падает. Правильно, ловить его надо, рвать зубами. Папочка наших девочек. Брины, Лейлы, Даны. Я говорю, на это можно смотреть бесконечно. Теперь на питомнике подрастает его внук Рон. Если Роник у нас останется на питомнике, то на следующий год запланируем 2-3 помета от Рона. Ой, Рон ругается, Рон ругается. А? Рон, выходи давай, выходи. Что ругаешься? Рон, Дана, внук Нурика, дочка Нурика. Жася ходит. Красавцы мои. Шизара по-быстренькому догоняет Рона. Что, услышала, что про тебя разговор? И красотка. Ну, у нас Нурик там по-прежнему воюет. Снега еще много, поэтому у него работа сегодня на целый день. Такой переполох. Вот что значит попадаться Нурику, когда психует. Такой шухер только потому, что у соседей падает снег. Ох, Нурик психует, ох, психует. Вот когда снег падает даже у соседей, это тоже опасно. Поэтому ни в коем случае нельзя, чтобы снег падал даже у соседей. Вот так будет психовать Нурик. Сейчас пойдет разбираться, кто там на его снег посягает. Вот так он всех воспитывает.
типа, не лезьте мне под ноги, я тут герой, я тут король. Пошли все отсюда. И Донна только сваливает подальше, я, говорит, пошла. Все попрятались. Рон! Брина! Шейзара, выходите! Бегал, запястный сустав повредил. Прихрамывает на запястье. Брина! Рон! Шейзара, довольнёхонькая. Будь осторожна, да. Там Нурик бегает. А то счастливая, такая довольная, бежит прямо в лапы к Нурику. Мама с дочкой, Жася с Даной. Куда сваливать? Нурик бежит, они прям по всему участку щемятся. Одной Жасе только все нипочем, ее он не трогает. Самый прикол, что все через это проходили. И Вива с Васей, когда росли. То есть все щенки, которые росли при Нурике.